Вопрос: В чем состоит ответ на вопрос? На, на главный вопрос жизни Вселенной и вообще. Интересно было бы посмотреть. Идем дальше. Это неинтересная тема, на мой взгляд. Китайский лидер придет забирать Россию. Не, ну Путин уже вынужден пустить китайские бизнесы значит к себе в Сибирь, в задний двор. Поэтому, да, я бы очень беспокоился за озеро Байкал на самом деле, потому что ну, китайцы свою реку Ян... и реку Янсы уже благополучно и сушили своими удивительными практиками. Поэтому, ну, как знаете, То есть, в общем, главный враг, значит, всего русского на данный момент это Китай то, что, значит, изначально Российская Федерация имеет. Значит, свои ориентиры направлены в совершенно другую сторону, что значит, у них главный враг это США и НАТО, вот, а Китай это союзник. Вот, конечно, большая ошибка. Понятное дело, что остатки значит, той цивилизации, если ее можно так назвать, которая сейчас населяет евразийское пространство, она, они будут окончательно уничтожены китайцами. Значит, Нет. либо напрямую, либо, как-то китайцы обычно делают косвенно, Нет. и сделать с этим ничего нельзя, пока, пока в Кремле та власть, которая в Кремле, которой неинтересна ни сохранность русского народа, ни сохранность природных ресурсов, природных памятников, да и не только природных памятников евразийского пространства, пока у власти люди, которые просто не способны сами сберечь наследие собственных предков. Китай основная опасность, никуда она не девается, и в принципе с с этой угрозой война уже проиграна на самом деле, mm -hmm. а, поэтому да.